Здравствуйте, дорогие друзья. Значит, вот у меня была магнитола моего друга Ильи. Я хочу вам пояснить, какие размерность пасеков в этой магнитоле. Значит, в левом кассетнике три пасека. Значит, самый маленький размер 5,5 миллиметров, средний 7,5 миллиметров, и третий пасек большой 11,5 миллиметров полудлина. Значит, по второму кассетнику, значит, два пасека, большой 6,5 миллиметров, а малые 5,3 миллиметра, можно 5,5 поставить. Вот такая информация для вас, дорогие друзья, по размерности пасеков магнитолы ТРК Hitachi ТРК 3/5 японского производства. Вот я вам сейчас еще включу. Так. Вот видите, как крутится. Так, и в левую сторону крутится. В общем, вот такие размеры пасеков для магнитола Hitachi ТРК 3/5. Спасибо за внимание.